Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, девятый день, 275 сладких яиц. Забрал. Дальше, найти яйцо. Нашел, тоже забрал. Так, прекрасно. Йохан, что ты мне тут предложишь? Вот это я возьму, это я возьму. Нормально, хоть что-то он предложил. Кто обычно какую-то фуфляндию толкает нам. О, шлем. Шлем, друзья мои, надыбали. Так, что тут? 20 рун. Угу. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, лети давай. Громилек мой, лети. Так, костолом. Костолом, ты тоже, пожалуй, лети за древесиной. Так, сарделька. Что нам сарделька сейчас принесет? Я буду очень удивлен, если мне выпадет сейчас яйцо. Я буду просто удивлен. Да ладно, вы серьезно? Да. И это у нас дымодышащий душитель. Конечно же, я его размещаю. И, конечно же, я размещаю его в ангаре. Кто бы мог подумать, дымодышащий выпал. Так, страхокол. Так и хочется сказать, страхолют. Не страхокол. Давай тоже лети, прокачивайся. Слушай, а почему у нас здесь никто... Подожди, он у меня... Да куплено все. Почему-то здесь никто у нас не летает, не собирает древесину. Вот что я хотел сказать. Очень интересно. Так, что у нас там в новостях? Новый сезон, новая стая скоро будет, да? Так, бесплатный пак. Само собой, монетки Одина. И само собой у нас сам пак. Звездрык выпал. Ну и немножечко рун. Так, это мы закрываем. Модификрылочку отправим. Так, фейерверк тоже пускай идет. Ну что-то там, лежебока. Что ты мне тут? Да тут тусклый янтарь, понятное дело. Заставьте дракона улыбаться. Ты можешь заставить дракона улыбаться? Я вот лично могу. Так, дрожжезуб. Тоже маленький еще пока, поэтому пускай тренируется. Так, болтун, находка для шпиона. Ну что, зеленая смерть. Карма и этот дал ты мне, да? Блин, ну знаешь, что сделать? Надо сделать вот так вот. С высоты птичьего полета. Оно так комфортнее на самом деле. Так, ребята, у меня обрыв соединения. Я не знаю, восстановится или нет, восстановился. Ну давай не лагай, пожалуйста. Так, здесь отправочка. Здесь тоже отправочка. 630, да, нужно? Нам буквально чуть-чуть не хватает, сейчас сделаем. Сейчас мы все с тобой здесь сделаем, как надо. Дайте мне, пожалуйста, древесину, ребята. Так, лети. Полетел. Так, ну что, теперь отправляем тебе, радость моя, за соточку, да? Блин, ну мне, конечно, лучше вот этого отправить. Он же все-таки 125 нам приносит. Так, на поиски. Нет, мы будем его опять отправлять за шлемами. Да, он будет у меня пока прописан на добыче шлемаков. Как бы он этого не хотел, я его буду всегда, ребята, заставлять это делать. Шлемы нам нужны, поэтому никуда он от этого не денется. Так, здесь нам выпадает опять же руны. Так, бегство. Давай бесплатно. Здесь нам выпадает... руны. Угу. Давай, укрытие. Бесплатно. Так, и барсик. Валка. Бесплатно. Здесь вроде бы как все. Так, янтарь заберем. Блестящий янтарь. И следующий поставим на обмен. Так, где у меня этот мелкий рыкошмык? Вот он.
Все, прокачал. Ну, отправил на прокачку. Вы хотели, чтобы я его прокачивал? Ну, вот, пускай получит уровень. А то он там, бедолажка, уже припух. Так, ну что, по драконам вроде бы все. Всех отправил. Давай заберем тогда здесь награды. 4 штуки. Ну, только 80-10 баллов не хватит буквально, да? Буквально 10 баллов, даже 30. Так, здесь у нас в паках обычный. Крылатый ужас, громыль, экзотический шепот смерти. И последний пак открываем. Так, друзья мои, у нас сегодня должно быть событие. Да, что за событие? Где оно? Вот. Это угроза, вражеский удар. Открываем и смотрим. Длинное. Ух, ё-моё. Огромное просто событие. Ну что, я пошел. Вражеский удар, как-никак. Сейчас мы тут всем устроим первосортную взбучку. Волна первая. Так, тут две волны, значит, да, у нас будет. Ну, давай начнем, наверное, вот с этого. Со змеевика. Никакой, как говорится, пощады делать не будем. Хорошо накумариваем. Просто замечательно. На тебе. И добивка. Так, а здесь их трое. Да вот куда ты там? Давай, наверное, вот так сделаю. Но это не жилец. Однозначно. Уклонение. У нас уклонение, но он себе повысил атаку. Я думаю, если мы сделаем вот так, например. Вот так. Все. Минус один. Сейчас минус два будет. Буквально тут. На тебе. Ну, давай здесь бомбанем. И вот так. Блин, он еще и выжил. Все. На рулетке выпадает нам рыба. Понятно. О, 600 тусклого янтаря. Прогресс 4%. Маленький прогресс. Но это только начало. Так, мы получим с тобой вот этот пак. А максимум, докуда мы дойдем, это до 1400 тусклого янтаря. И плюс эти 400, 1800 получается, да? 2000 тусклого янтаря, это 2 блестящих янтаря. Ну что, погнали. Сделаем так. Так, сейчас мы из него отбивну сделаем. Готов. А это у нас страж. Но он один. Поэтому это переживем. Я просто уничтожу. Я не буду пока тратить хил. Вот здесь уже можно будет потратиться. Ну что ты там дергаешься? Допустим. Сделаем так. Хиляемся. Уничтожаем. И остается у нас... А как его звать? Вот он, вот этот вот действительно, ребят, похож на штормореза, в отличие от нашего. Наш какой-то недошторморез. Да ладно, прилив сил, что ли? Ну, спасибо. Прилив сил, это очень даже хорошо. Так, ребят, опять холостая битва у нас. Ну, после нее уже заберем загадочный пак. Одного сюда поставили. Три волны, что ли, будет? Нет, две. А почему его сюда одного поставили? На растерзание. Плюс это 16 уровень. Всего лишь 16 уровень, а? Ведь сейчас получит по первое число. Давай. Так. И вот так. Все. Зато здесь их трое. Два ужасных чудовища. Поехали. Сделаем так. Вдвоем. Так, уклонились от этой атаки.
что этот будет делать? Понижает атаку. Это не очень хорошо. Да ты достал уже, а? Ну и этот сейчас туда же, да? Само собой. Ну что, добьем? Нет, не добивает. У него пониженная атака, поэтому добить он не может пока. Все. У нас черная рулетка, и здесь нам достанется древесина. Да, и причем очень мало. Загадочный пак к нам идет в копилочку. Забираем его. Давай, 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 на почту. Так, вот первый поединок, и вот второй. И у нас, ребят, 1400 тусклого янтаря будет. Вообще, это событие, на самом деле, оно получается у нас легким. И награды такие, знаешь, фуфловенькие. Хотелось бы, конечно, немножко сложнее событие. Пускай было бы, но и награда сопутствующая. Ну, здесь как бы немножко трата времени идет. Так скажу тебе. Вроде бы и награда такая, знаешь, не особо хорошая. И событие само по себе очень длинное. То есть быстро ты его нахрапом не пройдешь. Как бы не хотел. Не, если ты, конечно, богатый, ты можешь тратить руны на откаты и, соответственно... Ой-ой-ой, все-таки успел, да? А ведь он мог здесь сейчас очень люто мне нанести урона. Потому что он у нас с пониженной броней. Ох, если бы он начал тут пережевывать его, шторморец мог бы даже... Ну, выжить выжил бы, конечно, но со здоровьем, наверное, вот с одну, с две максимум квадратика. Это максимум, что нам светило бы. Ну что, хильнемся? Да и добьем, наверное, уже. Не, нифига. Нифигашечки, сейчас будем добивать. Вот так. Да ладно, необычный пак выпал нам. Давно его, кстати, не было у нас в гостях. И вот теперь он выпал нам. Ну что, погнали. Последний у нас поединок здесь. Попробуем сейчас. Ну, в принципе, ребята, вот первое. И какое у нас событие занимает 15 аж ходов? Ты не помнишь? И я не помню. Но такое есть. Что ж, три раза, три дня приходится играть, чтобы пройти одно событие. Это, по-моему, у нас событие двухдневное. Если, конечно, я ничего не путаю. Я не подсчитывал, но, по-моему, двухдневка. То есть два раза нужно зайти, чтобы его пройти полностью. Ну что-то там. Опа, вот это, кстати, уже, ребята, опасно. На самом деле, когда вот столько здоровья, и у тебя еще нет защиты. А впереди еще одна волна. И они начинают ходить первыми. Так что, как бы шутки шутками, но можно и поплатиться. Давай уничтожим этого. Так, теперь Громль. Он промахнулся. Да так ему и надо. Хилочку еще одну врубим. Я думаю, что этого мы добьем сейчас. И остается один лишь Громль. Громель, Громль. В общем, супостат. На тебе. Сейчас мы посмотрим, что выдадут нам здесь. Рыба. 112 миллионов, но уже хорошо, все равно мало. Так, это была последняя у нас, да, битва. Забираем с тобой 1400 тусклого янтаря и все. Пока все. Дальше у нас нет просто-напросто энергии, давай открывать паки. Так, начну с загадочного. Это монета Удина, понятное дело. Пристегло в древоруб, шоп от смерти. Всего три дракона дали. Ну-ка. Может, тут что? Так, что-то в конце есть. Ай, Тайфумеран. Ну, Тайфумеранг это слабый. Это слабый, это, по-моему, да. Необычный. Ладно, разместим его тоже в ангаре. Сезонный абонемент. Блин, всего 10 баллов не хватает, а? А что у нас там? У нас, по-моему, по наградам. Да. 500 этих должно быть. Блин, а как же сделать? Что это тут у нас показывается? Древний страж.
Найти. Вот это, да? Но нам нужно 1000, ребята. 1000 нету. И вообще у нас как-то и древесины мало, и этого мало. И купить пак я, по-моему, не смогу. Или, подожди, или смогу. Сколько он стоит? 40 или 30? Он стоит 50, а у меня 41. Не, ну как вариант рискнуть рекламу посмотреть? Как вариант. Где у нас там? Я уже забыл. Где этот пак-то? Вот здесь. Загадочный. Так, монетки. Блин, а там всего лишь 6 монет получаешь. А мне нужно еще 3. 3 монеты. Ну, не получается, ребят, короче, тогда. К сожалению. Ну ладно, в любом случае мы события начали проходить. Кстати, надо будет глянуть, сколько нам еще понадобится, чтобы его пройти. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, ребята, вот это вот одно из событий, которое нужно заходить 3 раза, чтобы его пройти. Ну, а на сегодня, пожалуй-ка, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.